На одних полотнах пейзажи Мордовии, на других танцуют и поют девушки в рязанских нарядах. На третьих – красоты нашей большой страны. Все это мир глазами живописца, мир, что подарила ему мама. В свой 65-й юбилейный день рождения народный художник Республики Мордовия Анатолий Баргов открыл выставку, посвященную матери, которая совсем недавно ушла из жизни. У самого входа висит ее портрет. Нина Ивановна Баргова – та, кто привел мастера в мир искусства. Она меня в 15 лет отвезла в Чалковское педучилище в 70-м году. Потом заставила учиться в Чебоксарах. В общем, заслуга только ее, моей мамы. И то, что она всегда гордилась, что сын, художник. Ну и, в общем-то, все достижения мои народного художника, почетного академика Российской академии художеств. Это благодаря маме. В экспозиции около 40 полотен. Тут как пейзажи, так и портреты. Почти все работы написаны за 3 последних года. Безусловно, основная тема работ Анатолия Баргова – жизнь и традиции мордовского народа. Однако часть выставки посвящена пейзажам России. Тут и горы, и море. Этюды, они раскрывают еще одну грань в творчестве художника Баргова. Не только писать вот такие масштабные, полномасштабные большие, да, композиции, но еще и согретые особым чувством тепла и сердца. Вот такие маленькие этюды, которые он выполняет на пленэре. И они поэтому такие свежие и очень-очень искренние. Поздравить с открытием выставки собрались друзья и коллеги автора. В адрес живописца звучали только теплые слова. Отметим, что выставка «Мир, подаренный тобой» продлится в музее до 2 ноября. Юлия Емельянова, Станислав Семин, «Народные новости».